На одном из предполагаемых преемников Гусинобродского рынка остановили строительство. На прошлой неделе такое решение приняли в отношении проекта Nord City Mall. Причиной послужила жалоба новосибирского эколога. Сегодня разбираться в ситуации приехал руководитель проекта «Ваганова океан». Подробности в сюжете Николая Сальникова. Тысячи торговых мест, в том числе для продавцов с гусинки, обещали предоставить руководители Nord City Mall. Во многом на этот проект уповали и региональные власти, когда убеждали работников бывшей барахолки смириться с закрытием рынка. Однако несколько дней назад решением новосибирской судьи строительство остановили. По словам руководителя проекта, парадокс ситуации в том, что авторы заявления в суд даже не пытались контактировать. Никаких обращений не было. Я думаю, они понимают, с кем имеют дело. Мы ни в какие сделки, ни в какие договоренности, там, подковерные, закулисные, не вступаем. Мы публичная компания. Я думаю, вы подтвердите, что мало застройщиков, которые вели себя столь публично и открыто для прессы. На объекте появились приставы-исполнители и выполнили решение суда. В этом наша съемочная группа убедилась воочию. Как можно увидеть, огромная стройка стоит без работы. Людей нет, техника простаивает. Ну а что делать? Таково решение суда. Известно, что потенциальные арендаторы нового торгового центра уже активно осматривали объект. Его первая очередь позволит разместить около 1000 человек. Эти торговые площадки уже готовы для использования, и многие арендаторы могли бы наводить работы по обустройству своего будущего рабочего места. Однако, как мы видим, сейчас никого нет. По словам представителей торгового центра, в одночасье забросить работу пришлось 200 строителей. Дозвониться до экологической организации, к сожалению, мы не смогли. Но, судя по всему, ответить на вопросы журналистов инициаторам заморозки объекта еще предстоит. Николай Сальников, Алексей Зубило, новости ОТС.